Перекусила. На, возьми, Гюльнихаль. Постой, Хюрем, я унесу поднос и помогу тебе. Ешь, ложись, надоело. Хочу и встаю. Хюрем, давай никуда не пойдем. С чего это? Я в тюрьме? Отстань, я пойду, пойду к сыну. Останемся здесь. Ты же мне что-то хотела сказать. Хоть и Дже вошла, и ты тут же замолчала. Правда? Не помню. Думаю, ты хотела извиниться передо мной. Правильно. Бросила тебя во время родов. Хюрем, прости, ты это хотела сказать? Именно. Давай-ка сядем на диван, а? Идем. Хюрем Хатун, ты теперь госпожа. Повелитель прислал тебе подарки, достойные султанши. Несите, несите. Ну как? Понравились тебе соболя? Я в восторге. Мне идет? Соболий мех подходит только султану. И никому другому. Мне тоже. Ведь я султан? Хюрем Султан. Гюльнихаль. Гюльнихаль. Ты заснула? Иди моего шахзаде проведай. Давай. Где это тебя носит? Госпожа моя. Говори. Сегодня никто со мной разговаривать не хочет. Язык проглотила? Нигер Калфа утром говорила кому-то. Вчера во время ваших родов султана наложница ублажала. Вранье. Вранье. Сулейман не мог. Посмею ли я вас обмануть? Вина на том, кто говорил это. Пошла отсюда прочь! Хюрем Хатун.
Тебе что-то нужно? Мы все сделаем. Это правда? Отвечай! Пока я умирала, у султана Сулеймана наложница была? Не знаю, отпусти руку. Я ее сломаю! Отвечай мне! Ну ладно. Как я слышала, у султана была наложница. Кто она? Кто лежал в его постели? Говори! Мне не сообщали. И, кстати говоря, зачем тебе это знать? Мне зачем знать? Мне? Жени его! Он сказал, я султан! Гюльнихаль, ты представляешь? Все делают для того, чтобы отнять у меня Сулеймана. Кто? Кто посмел быть с ним? Кто бы она ни была, забудь! Султан сам выберет, с кем ему быть. Помни об этом. Не выберет! Не выберет! Нельзя! Не позволю! Гюльнихаль, прошу тебя, узнай, кто она. И я золочу тебя. Что ты сделаешь, когда узнаешь? Вот так. Своими руками. Я эту дрянь задушил. Хюрем! Отпусти! Отпусти! Хюрем! Хюрем!